Всем привет, и мы продолжаем играть в ТикТок. Так, открывайся. Сейчас, по сути говоря, остановимся на главе, где... Так, надо проснуться по-настоящему, тогда все кончится. Сейчас мы с главным героем пытаемся... завести все часы во сне, чтобы потом проснуться время. Прям нужно успеть, пока наша пауза разума не иссякла, точнее, сознание, как это называется. Но разум, сознание, психическое состояние, вот. Давай, заводись. Ну, по крайней мере, не все здорово, да? Так, надо что-то вспомнить. Вспомнил, что мы все равно нормально. У тебя стучатся мышцы. Еще низко, еще ничего не вижу. Не надо. Подожди. Прислушайся. Довольно страшные фразы произносит, но я лучше постою здесь. Меня создал твой страх. Вроде прошел. Где твой настоящий дом? Подожди. Спасибо.
Блин, играть в эти прятки вообще бесполезно. Смотрю на дом, если меня защищает все, включаем, закрыть дверь, Thank you.
Что ли? Сожрут мои сознания. Ай. Чё ж так всё плохо? Уровни пошли. Хотя, в принципе, я, по сути, уже вышел на хорошую концовку. Типа, я таскал девку, все такое. Посмотрим сейчас. Главное этот уровень пройти. Да. Иди.
Неужели у тебя за спиной? Мэгги бы бедит. Уже нелегкие уровни пошли. Так, эта игра особенно опасна, потому что ее начинают гости. Рано или поздно услышите голос. Кто не спрятался, через некоторое время он говорит, кто прячется, тот застыл. Я не виноват. После этого вас находят, что бы вы ни делали, и все начинается сначала. Кажется, что выиграть невозможно. Ключ — это игра для смелых. На самом деле прячется тот, кто стоит на месте. Пока хоть кто-то в доме прячется, игра будет продолжаться. Любую игру можно довести до конца. Кто доведет, тот и победитель. Умно. Сейчас вроде как последний уровень начинается. Сейчас остался. Чё, погнали? Ну, сейчас самое главное найти поскорее дом. Быстрее, а?
Сейчас, по сути, должен быть самый тяжелый левел. А мне здоровья почти не Сейчас не знаю, как получится хорошую концовку или нет, или он сдохнет. Блин. С 5-м уровнем так не профигарился. Так, утро настало в этой игре, не нужно двигаться время вперед.
Чем быстрее она закончится, тем лучше для всех. По сути, я находил эту девку. Типа фиг знает, она вытащит его или нет. Да, прям. Прошла хорошую концовку. Короче говоря, наш перс выжил и ушел с тёлкой в лес. И одновременно поднялся рассудком офигенно. Круто, то есть мы получили сразу две концовки. То есть он сошел с ума, ушел в лес и оставил свой дом. Ну, круто. И что дальше? Тын-тын-тын. Нам что-нибудь покажет интересно еще? Типа, мало ли, там сколько? 5 лет почти прошло с выхода игры, может, что-нибудь обновили. Видимо, нет. Ну ладно, тогда все, мы прошли игру. Да.